Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Ирина, и в этом ролике я вам хочу показать, как можно выполнить с помощью обычной плойки очень легкие, быстрые и немножко небрежные локоны. Также нам понадобится расческа, крабики и лак жидкий и сухой. И для начала я возьму сухой лак и сбрызну им волосы. Теперь немножко расчешем наши волосы. Для удобства я разделю свои волосы на секции. Еще раз расчешем наши нижние слои, сбрызнем немножко лака. Теперь берем нашу плоечку. Прядки можно выбирать среднего и мелкого диаметра. Я сегодня решила взять среднего. Фишка этих локонов то, что мы будем переставлять постоянно плойку с одной стороны на другую, чтобы сделать именно эффект ломаных кудрей. На словах это все звучит очень странно и непонятно, но на самом деле все делается очень легко и просто. Сначала мы ставим в одну сторону плойку, потом передвигаем на середину прядки плойку, ставим другой стороной и к низу опять возвращаемся той, которая была в прикорневой зоне. И так проходимся по всем прядкам. We'll be right back.
Ну вот и все, мои небрежные ломаные локоны готовы. Я обожаю эту укладку, смотрится очень круто. Также можно немножко подчесать в прикорневой зоне, но мне нравится именно такой эффект, немножко небрежный. Если вам понравилось это видео, то поддержите меня пальчиками вверх. Также пишите в комментариях, пробовали ли вы такого плана укладку, понравилась она вам или нет. Мне будет очень интересно почитать. Ну а я вас целую, обнимаю, хорошего вам настроения, пока-пока!